Вот сегодня 16 мая 2024 года. Ну вот и колоннаде тут стройка идет. Они как расширили, насколько уже. Это могут перекрыть. Машины идут и идут. Засыпать землей надо того берега. А то что? Это вот бригантины там, это разные. А надвигается это и на нас. Вот ходили мы за счет этого. Нет, говорит, строит. Отнимать никто у вас не будет. Ну ладно. Я сейчас вот сойти хочу. У меня трудно с коленками. Вот оно как. Все деревья выкорчевали, как будто никогда не было. Ну и дальше. Вот там. Идет. Что-то строят здесь. Дома, говорят, большие такие вот. По 21 этажу, по 22. У нас Игорь Добунов, вот здесь вот все плавает. Я скажу, купается. Не купаюсь, а плаваю. Ну ладно. Нехай так будет. Ну ладно тогда, пойду домой. Вот оно. Тут какие-то поля большие росли, куда они их дели? Тут ничего не сделаешь. Идти-то некуда, походу-то войти. Вот я по ступенькам иду. Кверху как будто мне легче подступать, а к низу совсем в коленях подгибаются. О, вот сколько. А вот это вот вверху, вон там, он ель, видать, ель. Это наша ель. Наша. Мы ее не садили. Она вместе с домом пришла. Так. А видать дом наш. На солнце тут ничего не увидишь. Вот так. Сохрани, Господи, и помилуй. Молимся, чтобы Господь остановил их претензии на нас. Я еще здесь пройду подальше, вот, говорит, женщина работает на этом вот кране. Тут железная дорога была, размонтировали, ну, мы, правда, 7 шпал, но все это старое, прогнившее, но все равно попросил я, дали, может сгодиться. Вот какие краны раньше были, какие сейчас. Кажется, много тут перехлёстывает у них. И поднимает, и такая длинная стрела. И работает женщина якобы. Кто-то тут из наших людей видел. Вот здесь все это смели. Шпалы убрали, рельсы увезли. А это то, что вот есть, и, видимо, работали, задевали. Попорченная стенка. Видишь, как вдавлено. Это я специально провести, показать, что тут речпорт был. И как будто его никогда не было. Ну, тут асфальт они копали. Вот они какие.
Вот так. Все, пойди, никому не помешаю. Тут пройду, если посмотреть. Показать своим потом. Что-то тут не видно, где сам контур здания не видно. Но что-то туда от синее, зеленое-то возит. Вот свет, фонарь загорается. Вот сколько навозили. Это надо же такую страсть. Вот эти дома. Вплотную-то не подойдешь тут издалека. Но если они дальше пойдут, перекроют их, пускай. Во славу Божию. Все. Хвала тебе, Христе Божий наш. Слава тебе. На той стороне деревья. Я там ходил с собакой. Аминь.